Надежда Николаевна Антонович когда-то работала под звук телевизора, но однажды поняла, что посторонние звуки отвлекают, и соорудила в одной из комнат отдельный рабочий кабинет. Я ушла из кухни, принесла все сюда, и когда я посидела в тишине и пошила, я поняла, что вот это вот счастье. Вот в тишине посидеть и пошить. Посидеть и пошить Надежда Николаевна решила 3 года назад. Практически случайно. Впрочем, не последнюю роль в выборе занятия сыграли детские воспоминания. Мне в руки попался журнал «Лоскутное шитье». И я вспомнила, как мы с бабушкой своей в детстве, она меня сажала на пол, на полу мы с ней сидели, складывали лоскутки. Она разрезала, и мы их сшивали. И я посмотрела этот журнал и решила, что это мне очень нравится. В прошлом мастерица-врач лоскутной вышивкой решила заняться, выйдя на пенсию. Но рукоделием увлеклась, еще работая медиком 18 лет назад. Закончила курсы бисероплетения, 3-месячные получила аттестат и начала творить. Ну, сначала я плела изделия для шеи, сережки, уж такие мелкие вещи, украшения. Потом я начала заниматься иконами. Вот мои работы. 20 икон создала Надежда Николаевна. Но сейчас она всецело увлечена лоскутным шитьем. О том, что выбор был сделан правильный, а первая же самостоятельно сделанная работа понравилась землякам, свидетельствует диплом, стоящий в рабочем кабинете. У нас был конкурс в развилке рукоделия. И в номинации «Лоскутное шитье» я получила диплом, вот он стоит, диплом первой степени. Это моя первая работа. Рукодельница считает, что никакого особого секрета в ее работе нет. Главное – чувство художественного вкуса, который, как известно, либо есть, либо нет. Я бы предпочла бы вот к светлому темное. А дальше, смотрите, здесь есть бежевый, желтоватый. А вот он желтоватый, пожалуйста. Уже это с этим сочетается. А дальше просто сшивай полоски, режь их на квадраты и соединяй квадраты между собой, как вот эти блоки. И все, и получится изделие. Просто сказка сказывается, да не просто дело делается. От 1,5 до 3 недель уходит на каждую работу. И это не считая многочисленных экспериментов. Тем более, что порой мастер использует десятки различных по рисунку тканей. Я назвала это осень. Ой, красиво как. Осень. Это зеленая, видите, как бы осень отцветает, желтая превращается. Красное-желтое превращается в коричневое. В общем, вот такая тема. Осень. Более 30 работ создали умелые руки Надежды Николаевны. Большинство из них стали подарками для родных, близких и друзей. А главные награды для нее – это не дипломы, а удовольствие, которое получает мастерица во время работы. Мне это очень нравится. Я прямо обожаю это занятие. Я засыпаю с мыслью, что я завтра проснусь, буду делать. И встаю с мыслью, ура, я сейчас начну делать. Это настроение передается и тем, кто потом пользуется подушками и одеялами, создающими уют и тепло в доме. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.